Интересная новиночка, такой вот фонарик кемпинговый W9980T, на солнечной батарее заряжается, и от розетки можно зарядить. Есть USB выход, все режимы управляются одной кнопкой. Так, это у нас свет дальний, вот такая лампа у него интересная, диодная, и вот такой свет, он через стекло, и это все дело выдвижное, вот так. Можно прям как настольную лампу использовать. Светит, в принципе, неплохо. Как для своих размеров, 18,5 сантиметров. Это как крючок можно повесить на природе.